Всем доброе утро. Вернее, у кого утро, у кого... Уже обедать, Рушан, было пора, а ты только завтракал, да? Ну... Сегодня Рушанчик у нас отоспался от души, да? Да. Выспался? Я за все эти дни выспался. Угу. Сегодня будем борщ варить. Вот. Какой получился пирог. Очень вкусный. Угу. Кстати, когда тоньше пирог, это... Тоньше тесто, да? Когда тоньше тесто, получается тоньше пирог, и его удобнее кушать. А, серьезно? Да, ты его ешь, у тебя ничего туда не варится, вот так. В рот все прощается. Ясненько. Ну ладно, мы сейчас поедем. Где он там, пивун наш? Пивун! Где ты там запиваешь? Ну где ты там? Чего ты тут запиваешь? Дерек, иди сюда. Чего поешь? Чего запиваешь? А? Что с тобой? Мы сейчас его повезем. Ветеринарку будем укольчик делать в попочку, да? Да. Барашечка похож. Можешь пиво? Ну, попой, попой, давай. Еще попой. Рушан, не порть песню. Дальше, давай, пожалуйста. Лаву подними, как ты поднимаешь. Подними, подними. Вот так, молодец, молодец. Рушан, хватит есть, ему сейчас плохо станет. Его сердечко не выдержит. Ой, попрошайкин. Ты попрошайкин, да? Сейчас собирай, иди, собирайся. Пеленку свою бери. Поедем в ветеринарку. И как обычно у нас жара стоит. Поехали мы в ветклинику на прививочку с Дрюшей. Не с этим, Дрюшей. Ой, у нас тут все завалено. Пакет покупали, надо было. Сейчас я немножко... Что ты мне описываешь? Готов? Интересно, как он вот себя в машине вести? А? Нет, конечно. Так, да? Кристинка идет. Ага, сопли как пузыри. Давай, себе. Себе, говорю. Почешешь немного? Это потничка, наверное, да? Что он потел раньше? Нет, у него нет потнички. Чему я сделаю? Все, сиди, сиди, давай. Да сиди ты. Тренируйся. Че? Так смотрит. Понял, скажу. Ты же ездил со мной. Я тебя возила сколько раз в ветеринарку. Ну, по-моему, на переднем сиденье, да, сидел? Да, он сидел на переднем сиденье и вот так вот выглядывал в окно. А я была за рулем рядом. Да-да-да. Мы с ним катались. И он вот так любитель посмотреть. Но он часто лез ко мне на руки, мешал. И когда, помнишь, машину ездили, мыли, да, он с нами постоянно ездил. Ну все, поехали. Погнали. А что ты хотел? Кудой. А, мы сейчас вот туда выезжаем, здесь рядышком. Ой. Я еще окно ему открывал раньше. Но здесь окно плохо открываю. Ему надо на улочку посмотреть. Да, он любит на улочку смотреть. Такой прикольный. Ты поехал, да? Ты деловой у нас? Дрюш. Самое главное, чтобы не закапало. Нет, он будет чихать на зеркало. Я имею в виду оттуда, чтобы не закапало. А. Хотя прогулялась. Рушан, ты видел его? Он в окно смотрит. Он не Нэнси. Ну все, поехали мы. Как будем вот в ветеринарке, уже покажу. Дерек уже пописать успел. Хорошо, что клеенку взяли. Дрюш. Здесь вот такая ветаптека. Ветклиника. Ветклиника. Да. На дому. Да, я ему постоянно делала, когда Дерек маленький был, я все прививки только у него и делала. Угу. Все за нас маленький овчаренок был, тут пищал, так плакал. А у Дерека тряска. Страшно, да? Я тоже боюсь уколов.
А потом жалко бросать было, и она сюда. Там вроде все, там сделали документы, все это. Потом в аэропорту что-то какое-то это там, что-то не поставили. И пришкребались, и она там отдала что-то 2000, что ли. Ну, на самолетах строго, там, не знаю, на машинах как-то. В принципе, там одна и та же служба. Ну, да, мне кажется, тоже ты неправильно. Все, мне дарите там еще. Все, идут. Нет? А ноготочки подстригли? А сколько за ноготочки он берет? 100 рублей? Дерек. Чуть не погрыз меня. Сразу кокошечку. Чуть не погрыз тебя? Ну, да. Кусался? Да. Ты чё? А? Дерек. Сейчас до фекалии вывезти на нас. А теперь куда едем? Сейчас никуда, в понедельник. В понедельник? Я сама съезжу, тебе не надо везти. А, его не надо везти? Там ещё нормально, я сама съезжу в машину. Ну всё, домой, да? Ты у нас теперь вообще здоровый красавчик с маникюром. Угу. Варю я картошку. Сейчас отварится картошка у нас. Пока, наверное, нельзя, да, нам салат еще рановато. Я думаю, не будем, да, мы рисковать. Да, и не это... стоит. Сардельки отварим, да, и покушаем. Ничего страшного, переживем мы это. Кстати, по поводу Людочки. Вот мы, когда уезжали из станицы... Людочка, получается, мы уезжали, вот я не помню, какого числа, но она 25-го, да? Ты не помнишь? Блин, как бы не забраться. Получается, мы уезжали, и она через пару дней тоже улетела. Уехала. Да, так что она долетела, все отлично. У Мальки сегодня день рождения, мы ее поздравили. То есть я ее поздравила, что он с русские глазки вылупил. Забыл? Я же вообще не помню всегда. Да, ты всегда ничего не помнишь. Да, я ее поздравила с днем рождения, она фотки там выслала, я тебе потом покажу. Угу. Вот, так что все хорошо, у всех все хорошо. А мы сейчас покушаем и покушаем. Да, здесь покушаем и покушаем. Мясо варится на борщ. Здесь картофан. И сейчас возьму сардельки. А я пока хрюшку. А я пока хрюшку. Какую еще хрюшку ты поешь? Ого. Тебе парочку? Да. Хорошо, а я сосиску возьму. Пожалуй. Поснимай, а то я не могу. Одной рукой работать. Что в холодильнике? У меня это как будто заед здесь. Это же разговор, у меня губы все скожило. Высохли. Как будто бы заед. Мне так неудобно. Это всегда так после стоматолога. После хорошего стоматолога такого не бывает. После плохого такое бывает. Скажу, что всегда. У меня, если честно, это первый раз. Такое. Огромные сардельки, блин, целые эти, блин. Это не сардельки, зайка, это шпигачки. А я сказала сардельки, да? Да. Ну, вот я перепутала просто. Так это одно и то же. Да нет. Шпигачки, они, по-моему, с жирком идут. Я, если честно, не люблю, поэтому не разбираюсь сильно. Да, шпигачки идут с жирком. Не знаю. А сардельки они такие побольше, чем сосиски, побольше. Я все люблю. Я знаю, хорошо. А печень будешь кушать? Тут есть. Нет, печень я не буду. Печень я не ем. Ты же у нас все ешь. Нет, кроме печени. Ну, кроме печени, сердца, требухи, там, желудки, кишки всякие. Ем. И пошел перечислять, да? Ну да. А я возьму себе это. А потом, конечно, так это кушать. Надо две хотя бы взять. Да? Нет, у меня там достаточно. Ну что, вот сейчас мы вот так и будем кушать. Или сварить тебе все-таки. Не-не-не-не-не, не надо. Вот Рушан не любит вареную. Но, кстати, у нас Альбинка тоже не ест. Вареную сосиску положишь, она не притронется к ней. Только сырые. Не знаю почему-то. Потому что так вкуснее. Когда вывариваешь, наверное, вся вкуснота уходит куда-то. Не знаю, вы меня тоже это подсадили. Теперь я тоже вот вареные из-за вас не вижу, если мне это не варить. Это да. Ладно, мы будем кушать. Поставили достаточно. Да, все, кто кушает, все вредно. Сейчас я еще маслица добавлю в картошечку, и будет отлично. Всем привет.
Мы пришли в супермаркет Фрунзе. Хорошенечко, подержи хлебушек. Ага. Хочу показать, почему здесь сгущенка у них. Вот такая вот сгущенка. Хочешь сгущенку? Что, смотри, три желания сгущенка. О, три желания. Может, попробуем? Ты думаешь, нам надо сейчас сгущенка? Нет, да. Вот видите, как обычно. Это не как обычно, как всегда. Не покупают мне ничего, все, что я хочу. Так, здесь еще такая большая, 132 рубля баночка. Сколько здесь, интересно? Сколько здесь грамм, Рушенечка? Здесь, вот здесь сбоку. Ого, пол-литра, наверное, 950, почти килограмм. О, прикольно. Сахар здесь 39 рублей. Ну, все, вроде бы, да? Можешь посмотреть, чьи вот? Липтон 107. А чай здесь 80. Я не знаю, мы чай не покупаем. Мы чай не пьем, да? Мы пьем его, но мы его не покупаем, нам его ударят. Точно. Поэтому я даже не знаю, сколько он стоит чай. Масло растительное шедевр. 380 рублей. 5 литров. Вот 138, 2 литра. Лето. Вот я раньше пользовалась Аведов. 437 рублей, 5 литров. Я таких объемов в России не видел. Нет, есть, Рушан. По 5 литров я не видел. Есть, ты что? 2 литра видел. Не-не-не, есть. По 5 литров есть. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях. Есть же по 5 литров. А это макароны Султан. Да. Были такие, нет? Да. В России? Да. Да. Я от Макфа знаю. Нет, Султан, да, нет. Не помню. Вот Макфа есть, да. Тут 47 рублей стоит Макфа. Вот он. А я вот я дурочка, а я маме привезла эти спагетти, думала, здесь нет таких, а здесь есть. 104, только, конечно, я по акции брала. О, смотри, как китлап у них продается. Это китлап, так? Да. Уже в упаковке? Да, да, да. Лапша домашняя. 52 рубля. Окун. Послушай, прикольно. Да? В спине дорого, да, его раз в пакетик. Тебе не надо, допустим, досыпать, да? Ага. Ты раз один взял, этот бросил, бросил, этот, сварил и все. Вот. Но мне кажется, она по качеству, да, не очень. Китлап. А потому что она домашняя. Она не такая, не такая и все. Ага. Она, знаешь, это вот, грубо говоря, тебе две тарелочки есть, ты раз бросил, фук, вот. А вот еще, посмотри. Это другая уже яичная такая, видишь, она домашняя. Яичная. Откуда ты знаешь, что это китлап? Там же не написано, что это китлап. Что-то не пойму. Китлап это... Кучерявый, правильно? Да, что вот это кучерявый, как кукси, как роллтон. Вот, квадратик вот такой. Здесь назывался китлап. А здесь нету как вот... А вот смотри, вот сейчас покажу. Вот это, что такое за лапша? Это этот. Яичный, обычный. Что, они вместе? Ну-ка, одну хотя бы вытащили, она не вытаскивается. А, вот вытаскивается. Ой, это яичная лапша. Слушай, а такая прикольная лапша, здесь так вот написано на киргизском. А. Пусть всегда будет вкусно. Артам. А сколько она в какой цене? 153 рубля. Так бы было бы тоже прикольно такую лапшу, знаешь, кому? Тетя Лене, соседки. Мы, кстати, тетя Лене тоже платок взяли, блин, забыли вам показать. Но я уже думаю, дома там покажем. Тоже было бы классно на подарок взять. Кому-нибудь. Будем здесь. Подумаем, да? Если ничего не найдем, то будет прикольно. Либо вот эту вот. Тоже классно. Лапша такая вот. Хочется взять того, чего нету в России. Ну, тогда, получается, вещи не будем это, грузить, а наберем того, чего нет в России, повезем. Нет. Вот риха, ветчина риха вареная. 124 рубля. Полкило. 402. А, нет. Нет, здесь 806. Да, почти килограмм. 324. Не фокусируется. Вот эти кто? Это у нас что? Киндер. Сосиски. 127. А кило стоит 319. Видишь? 319 за килограмм сосиски. Все уже спят. Я говорю, все уже у нас спят, а Диана, на нас глядя, шлёпанцы моет. А что только мои, а что не свои? Хочешь сказать, только у меня грязные, да? А у тебя все чисто, да? Нет,
что-то в горле у меня пересохло. Классно, когда вода не пахнет, да? Это на педальку я жму же. Серьезно? Конечно. А почему это больше другого-то? Ну, потому что одну ногу я на педаль жму. Не, ну, решала, она серьезно, смотри, это какой-то выйдет, а это какой-то кто-то кусал. Ну, сплюснулась вот. Реально, да? Да. Блин, ну, пипец. Что мы еще делать будем? Я не знаю, кого должны спать уже. Это время уже 12. Время не фокусируется. Что делать? 19:30 показывает. Ну, это у тебя на телефоне. 19:30. Я последний момент краски, да, перестала? Ну да. Это какой тип не перестала краски? Просто поехала сюда, и даже соседку с тобой не была. Ну, бывает. Забыла, представляешь, нам будет ее головы. Ну, ну что, в следующий раз мы возьмем косметику. Особенно я. Шучу. Вот так у нас проходит вечер. Умываемся. И укладываемся спать. Ой, жарко. Да? Душно, да, душно ночью. А вот я вчера ночью замерзла. Вернее, последней ночью. Нет? А, я нет. Я ночью сплю, мне некогда мерзнуть. Еще представь, если я буду еще и спать, и мерзнуть, конечно, я не высплюсь. А так я уснул, и все. Ладно, всем спокойной ночи. Давай, спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока.